Вы смотрите телеканал «Север». Здравствуйте. В студии Алина Волчейская. И вот о чем расскажем сегодня. Они хотели жить. Сегодня вспоминают жертв трагедии в Беслане. Митинги прошли по всей России. Не стал исключением и Ненецкий округ. Капитальный ремонт детского сада и высокие тарифы на электроэнергию для сельских бизнесменов. Эти вопросы обсудили представители власти с жителями Харуты. Какие решения приняты в ходе рабочей поездки? И в Нарьян-Маре приступили к подъему затонувшего буксира «Чильи-Юр». В районе Качгартинской Курьи ведут работы по буксировке судна к берегу. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Сегодня в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Дата выбрана не случайно. 15 лет назад, 1 сентября 2004 года, произошла одна из самых страшных трагедий в современной России, когда боевики захватили школу в городе Беслан Северной Осетии. Те события унесли жизни 334 заложников, среди которых было 186 детей. Траурные митинги прошли сегодня во всех уголках страны. В Нарьян-Маре почтить память невинно убиенных собрались в сквере первой городской школы. С подробностями моя коллега Екатерина Дементьева. Сейчас уже не верится, что фотография этих ребят – единственное напоминание о трагедии, унесшей их жизни. Первый день начала нового учебного года, в сентябрьский жаркий день, дети пришли в свою родную школу. Кто-то из них лишь впервые переступил ее порог. Но для многих начало учебного года оказалось концом. Концом жизни. Торжественная линейка прервалась криками боевиков и их беспорядочными выстрелами. Детей и взрослых без разбора загнали в спортивный зал школы. Никто и не предполагал, что ад может быть на земле. Эти жертвы, они должны жить в нашей памяти. И все, что случилось и произошло, всегда бывает нам таким напоминанием и уроком, как хрупок мир и как важно его беречь. Почти три дня обессиленных от обезвоживания и стресса людей удерживали в заложниках, как птиц в клетке. Взрослые мужчины держали под прицелом 1128 человек, в основном детей и женщин. Страх, боль и чувство безнадежности – пожалуй, это малая часть эмоций, которые испытывали заложники школы в Беслане. Я думаю, из-за чего тут все собрались, потому что, чтобы, ну, то есть не забывать тех людей, которые пережили эту боль, больше их поддержать. Я думаю, этот митинг проводится для того, чтобы не забывали, ну, какие были трудные времена в то время. Всех заточили в один маленький спортзал, и все там сидели три дня голодные, их не выпускали, чтобы все помнили и знали, как трудно было в те времена. Казалось бы, прошло достаточно времени, чтобы боль утрат притупилась. Но все мы по-прежнему сострадаем семьям погибших, скорбим о детях, чья жизнь оборвалась в начале пути. Очень важно эти чувства воспитывать и в подрастающем поколении. В детях надо воспитывать доброту, в детях надо воспитывать ответственность. Потому что добрый человек никогда не сделает зла. Добрый человек никогда не убьет ребенка, не убьет человека. Поэтому вот здесь, если мы говорим о будущем, то надо именно взращивать эти качества. Нет ничего дороже жизни ребенка. Нет ничего страшнее слез матерей, оплакивающих своих детей. Невозможно представить, что испытывали люди в те три дня без еды и воды в невыносимой жаре, под перекрестным огнем и постоянными взрывами. Тех людей не вернуть. Но наша основная задача – сделать так, чтобы этой трагедии больше никогда не повторилось. Екатерина Дементьева, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Капитальный ремонт детского сада и высокие тарифы на электроэнергию для сельских бизнесменов. Эти вопросы обсудили представители власти с жителями Харуты. Губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский и председатель регионального парламента Александр Лутовинов побывали там в день празднования 122-летия поселка. Далее все подробности. Хороводы, песни и пляски. День рождения поселка харутинцы, как и положено, отметили с размахом и душой. На праздник прибыло много гостей, в том числе и представители власти. У Харуты есть абсолютно особый дух. Сюда приезжаешь и понимаешь, что здесь живут люди, которые по-настоящему любят этот поселок. Когда ты приходишь, к сожалению, довольно старые здания, школы, детского сада, клуба,
Несмотря на то, что мы обсуждаем о том, что их надо обновлять, но везде я говорю, вы знаете, несмотря на то, что им много лет, чувствуется, что люди, которые здесь работают, относятся к ним с душой. Здесь все убрано, чисто, красиво, и та атмосфера уюта, которая создана внутри, заставляет ощущать себя там как дома, и совершенно не хочется уходить. Мы действительно сюда приехали с хорошим настроением и уедем отсюда, наверное, с практическими результатами. Вот тот лозунг, который здесь написан, «Живи и процветай, Харута», я думаю, что он должен у нас и обязательно воплотиться в жизнь. Потому что поселок был, есть и будет. И будет строиться и развиваться. В рамках рабочего визита делегация осмотрела временное помещение для детского сада. Оно расположено в начальной школе. Здесь к началу учебного года покрасили стены, постелили линолеум. А вот в старом здании работы еще не початый край. Два корпуса 60-х и 70-х годов постройки в плачевном состоянии. Завершить ремонт должны к декабрю. Только подрядчика харутинцы не видели, не слышали. Наша вина, к сожалению, выиграл подрядчик, который пришел с падением цены Архангельский. И как бы мы ни увещевали, тем не менее, он так и не начал рассказывать нам сказки о том, что нет, сейчас я начну, но тем не менее так и не вышел. Сейчас мы будем принимать меры, расторгать контракт, соответственно, торговать новый. Но теперь, видимо, капитальный ремонт получится только после того, как будет... Вот торгуемся сейчас, но начнут, конечно, тогда, когда смогут в соответствии с логистикой завести сюда материал. В ходе встречи с властями представители потребкооперации озвучили одну из самых острых проблем на селе – высокие тарифы на электроэнергию. Глава региона, в свою очередь, отметил, что подобные заявления поступают практически из каждого населенного пункта. Александр Цибульский дал поручение разработать меры по снижению стоимости электричества для сельских бизнесменов. Соответствующие поправки к окружному закону администрация региона направит в парламент в ближайшее время. Предполагается, что изменения вступят в силу с ноября 2019 года. Алина Волчейская, Владислав Ткачев, телеканал «Север», поселок Харута, Ненецкий округ. Завтра в 18:30 в нашем эфире смотрите большое интервью с губернатором Ненецкого округа Александром Цибульским. Глава региона ответит на самые актуальные вопросы телеканала «Север», которые сегодня волнуют жители Ненецкого округа и находятся в центре внимания региональных властей. Государственная поддержка предпринимателей на селе, создание комфортной среды в регионе, повышение качества жизни населения, строительство социальных объектов и планы по сдаче 1000 квадратных метров жилья для переселенцев из ветхого фонда. Эти и другие темы в большом интервью главы региона уже завтра в нашем эфире. Вот небольшой его фрагмент. Считаю, что вопросы ветхого жилья в городе, это проблема номер один. Потому что, конечно, те условия, в которых сейчас люди вынуждены жить, вот в этих деревянных домах, которые много лет не видели ремонта, отсутствием практически для любого горожанина обычных коммунальных услуг, это безобразие, и это просто не может формировать хорошего, комфортного ощущения от собственной жизни. И наша задача номер один – эту проблему решить. Напоминаю, интервью с главой региона смотрите завтра в нашем эфире в 18:30. Сегодня в Центре развития бизнеса прокурор Ненецкого автономного округа провел совместно с региональным бизнес-омбудсменом прием предпринимателей. Прокуратура Ненецкого округа осуществляет надзор за соблюдением норм регионального и федерального законодательства, в том числе в предпринимательской сфере. Закон для всех един. Обратиться с проблемными вопросами к прокурору представители бизнеса могут в любой день. Но каждый первый вторник месяца представители надзорного органа участвуют во Всероссийском дне приема предпринимателей. Сегодня именно такой день. На личный прием к прокурору Ненецкого округа, который он провел совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей Германом Сопочкиным, пришли представители субъектов малого бизнеса с различными вопросами. Практика показывает, что не всегда позднее обращение в прокуратуру способствует быстрому разрешению вопроса. У индивидуального предпринимателя Нины Рочевой, владелицы двух магазинов, сразу несколько вопросов к прокурору. В частности, о размещении нестационарного объекта торговли на земле, находящейся в собственности предпринимателя. Здесь возникли разногласия с муниципалитетом, который не разрешил торговать Нине Николаевне овощами и фруктами на территории, прилегающей к магазину «Атлант». В мэрии сказали, в этом месте нестационарный объект неуместен. В любом случае,
наличие земли в собственности еще не предполагает, что все, что хотите, вы можете там поставить. Поэтому процедуры какие-то по согласованию должны быть проведены. Сотрудники прокуратуры обещали разобраться в данном вопросе. Если не прав предприниматель, ему будут даны соответствующие разъяснения. Если противоположная сторона, предпримут меры прокурорского реагирования. Пожаловалась предприниматель и на заборы вокруг ее магазина. Из-за них зимой чистить подходы к торговой точке весьма затруднительно. И несмотря на то, что металлические ограждения устанавливают в соответствии с нормами ГОСТа, они иногда становятся камнем преткновения, особенно в зимнее время. А если учесть, что вся территория Нарьянмара просто усеяна заборами, то без улыбки порой не разобраться и прокурору. Но вы общее мнение выражаете по поводу ограждений, которые у нас препятствуют уборке в зимнее время? Конечно. В рамках приема прокурор рассмотрел и другие обращения, поступивших в его адрес от предпринимателей. Ольга Малыгина, Екатерина Дементьева, Владислав Носкин, телеканал «Север». В Нарьянмаре приступили к подъему затонувшего буксира «Шильеюр». В районе Каджигартинской Курьи ведут работы по буксировке судна к берегу. Напомню, буксир затонул в 2015 году. Транспортная прокуратура обязала собственника судна поднять его, но владелец «Шильеюра» скрывается. В связи с этим средства на эвакуацию затонувшего судна из акватории Каджигартинской Курьи были выделены из окружного бюджета в рамках мероприятий по обеспечению экологической безопасности акватории. Обследовали водолазы, сделали проект, как поднимать. Вот. А теперь коллеги на основании этого осуществляют работу. Техники у них достаточно. Мы предварительно встречались с ними, разговаривали. Ну, видите, они все на месте. Я думаю, в сроки мы уложимся. После того, как «Шильеюр» вытянут на берег, его разместят на базе подрядчика. Это индивидуальный предприниматель, выигравший контракт. Вместе с тем, в профильном департаменте намерены через суд взыскать собственника буксира сумму, затраченную на работы по подъему судна. В Ненецком округе в последние годы активизировалось строительство объектов образования. И сегодня не только Нарьянмар, но и сельские поселения региона могут похвастаться современными школами. Среди них Красновская средняя школа, где наша съемочная группа побывала накануне начала нового учебного года. Поселок Красное – один из крупнейших населенных пунктов округа, в котором проживает 1500 человек. Ежегодно порог школы здесь переступают порядка 200 школьников. При этом новое здание учебного заведения, сданного в эксплуатацию 2 года назад, рассчитано на 300 человек. Старая школа состояла из 3 зданий и пришкольного интерната. В современном просторном здании есть все. Ученикам уже не нужно бегать из здания в здание, например, на физкультуру или пообедать. Старая школа нравилась тем, что перемены на обед были по часу, а сейчас всего 30-40 минут. Угу. И еще, когда маленькие перемены между уроками, они были 15 минут, а не 10. А в новой школе нравится? Да, она больше. Угу. И на физкультуру не надо далеко ходить. И в столовку тоже. За летний период в школе провели небольшой косметический ремонт. Как и в большинстве сельских учебных заведений, в Красновской школе до сих пор нет электронных дневников. Их появление станет возможным после проведения в школу высокоскоростного интернета. У нас оборудование современное, компьютерное, в достаточном количестве. Единственный недостаток в наших условиях – это отсутствие высокой скорости интернета. Вот сейчас осенью буквально к нам уже должны проложить оптоволоконный кабель силами сотрудников НКС. И уже есть коммерческое предложение на увеличение скорости потока интернета до 2,5 мегабайт в секунду. Ученики Красновской школы регулярно становятся победителями различных олимпиад и конкурсов. Почти каждый год школа выпускает золотых и серебряных медалистов. Вот и в прошлый учебный год все ребята удачно сдали экзамены и поступили в высшие и средние учебные заведения. Продолжить обучение в 10 классе решили 8 школьников. Все наши выпускники 11 класса успешно сдали выпускные экзамены. Все определились, все поступили куда хотели. И выпускники 9 классов, у нас их тоже было много в этом году, 31 человек. В основном поступили ребята. К сожалению, мало кто захотел идти в 10 класс, вот, потому что есть возможность поступить в образовательное учреждение города Нарьянмара. Многие прошли по конкурсу, устроились благополучно.
А вот в первый класс в этом году пошли 20 юных красновчан. К своему первому году обучения в школе первоклассники подошли ответственно. Я хочу научиться читать. Я тоже хочу. И писать научиться хочу. Я тоже самое. Мне еще покупали тетрадки, ручки. Мне рюкзак. Мне тоже рюкзак. Мне тоже. Туфли. Строительство еще одной большой и современной школы в Ненецком округе должно завершиться к концу этого года. Речь идет о школе в поселке Индиго. По информации подрядчика строительства Ненецкой нефтяной компании, объект в настоящее время готов более чем на 80%. Об этом главе региона доложил генеральный директор ННК Фарид Вердиев в преддверии нового учебного года. Школа рассчитана на 150 человек. В новой школе предусмотрены помещения для различных кружков, клубов, спортивный зал. Туда же планируется перевести школу-сад. До конца этой недели мы ожидаем последнюю баржу с материалами, с оборудованием для кабинетов труда, с оборудованием для кухни. Также сейчас на пришкольной территории завершается укладка брусчатки и облицовка фасада. Внутренние работы мы заканчиваем доделывать. Это укладка линолеума, покраска стен, установка кабинетов класс, дверей в кабинеты классов. И в ближайшее время планируем закончить все отделочные работы, смонтировать систему вентиляции, водопровод, канализацию. На сегодняшний день в школе поселка Индиго учатся 69 детей с 1 по 9 класс. В новой школе при необходимости будет возможность обучать детей в 10 и 11 классах. Закончить строительство подрядчик планирует к концу этого года. Александра Литкова, Владислав Ткачев, телеканал «Север». Детский университет, ментальная арифметика, раннее и общее развитие детей, подготовка к школе, интенсив-курсы по решению школьных задачек, каллиграфии и запоминанию таблицы умножения – все это направление деятельности детского центра «Красный лис». Допустим, один. Где один цифра? Ага. Дальше плюс. У тебя стоит шесть. Ага, шестерочку туда ставь. Не бойся. Бери ее прямо в руки, можешь брать. Равно сколько? Поняла, 6. 6? Будет 7. 6 и еще прыжок на 1. Сколько будет? Следующая какая цифра? 6. У меня все. 7, да. 6, потом прыгнули на 1 и получилось 7, да? Да, молодцы, вижу, хорошо. Обучать детей школьным наукам нелегко. Это скажет любой педагог. Обучать дошколят на ранней стадии развития вдвойне сложнее. В Центре развития детей «Красный лис» это делают в непринужденной игровой форме. Поэтому школьную грамоту малыша вместе со специалистом по раннему развитию, победителем конкурса «Воспитатель года» Инной Слотиной разъясняют сказочные герои или знакомые персонажи из леса. Зайчик, например. А как узнать зайчишку? По каким приметам ребята стараются? Серый может быть и волк. Потому что ни одного зверя нет таких огромных ух. Руководитель центра Елена Абеленцева – педагог с огромным опытом работы. Готовит к практическим занятиям интерактивную доску. Дошколята в теме. Это и есть там компьютер. Как будто бы это вот с компьютера показывает. Так это и есть из компьютера. Сегодня у ребят необычный гость – губернатор Ненецкого автономного округа. Здравствуйте. Глава региона появился здесь не случайно. В год здоровья, объявленного в регионе в 2019 году, в Наринмар прибыли офтальмологи по приглашению общественной организации Ассоциации родителей Ненецкого автономного округа, руководит которой Елена Абеленцева. Средства для реализации мероприятий по проверке зрения у школьников выделили из окружного бюджета в рамках конкурса грантов на реализацию социальных проектов НКО. На встречу с докторами важного дядю отпустили не сразу. Сначала научили правильно здороваться. Пока по слогам, прохлопывая их в ладоши. Причем поздороваться нужно с каждым участником круга. Познакомившись, поздоровавшись, показали гостям и мастерство работы на интерактивной доске. Как кружочек обводим? Называем. Помогайте, конечно. Ноль. Один.
Я вижу вот их атмосферу, их вовлеченных, их вовлеченность, их интерес. Ну, это дорогого стоит. Спасибо вам за вашу работу. Мы вам интерактивную доску подарили. Говорите, что еще надо, и мы еще готовы вас поддерживать и помогать всячески. А вы дарите вот такое же тепло, такую же заботу тем детям, которые вам ходят. Обучение может быть разным. Может быть, из-под палки, а может быть, вот такое в удовольствие. Просто... В Центре развития детей «Красный лес» губернатор Ненецкого округа встретился с прибывшими из Иваново специалистами в области офтальмологии. Участвуя в окружном конкурсе грантов с проектом «Доврачебная система сохранения природного зрения у детей НАО», некоммерческая организация Елены Беленцевой решила провести офтальмологическое обследование наших школьников. К сожалению, мы часто не замечаем, как у детей ухудшается зрение. Причины понятны – учебники, компьютеры, различные гаджеты. Как предотвратить развитие офтальмологических заболеваний современных школьников? Прежде всего, необходима профессиональная диагностика узких специалистов. Офтальмологи будут работать в Наринмаре всю эту неделю. Планируется, что они обследуют порядка 600 детей из всех городских школ. В зависимости от того, какая патология глазная, то есть там их тоже много разнообразностей, которые для чего мы приехали сюда, чтобы посмотреть, есть патология или нет, и направить в специализированную клинику. Человек сам уже выбирает, куда он поедет. И здесь уже там уже другая тактика. Значит, надо или какие-то физиопроцедуры, ну, как на нашей базе, нашей клинике у нас и физиопроцедуры, и психофизическая тренировка. Когда идет с помощью разной тренировки, ребенок расслабляется, и вот это все в совокупности, плюс наши занятия, плюс дома делают, и плюс как раз тренировка, хорошие результаты. В случае, если у ребят будут обнаружены проблемы со зрением, которые необходимо решать в специализированных клиниках, специалисты дадут рекомендации по прохождению лечения. Органы власти региона, по словам Александра Цибульского, готовы подключиться к вопросам организации направления пациентов в медучреждения, находящиеся за пределами Ненецкого округа. Ольга Малыгина, Любовь Пермякова, Владислав Носкин, телеканал «Север». И это были все новости на сегодня. Далее прогноз погоды.